Спасибо, ребята. Вот наше подрастающее поколение, наша смена. А вы знаете, вот у меня тоже двое сыновей. И когда вот они были такие маленькие, мне интересно было, плохо засыпали. Я брал гитару, садился и пел им песенку. Песенку «Звездочета» из моего любимого фильма про Красную Шапочку. Споем, а вы слушайте внимательно. Созвездие. Это, кстати, вы тоже созвездие. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час распахивает небо, сияющие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышит, звенит потихоньку, звенит. Но есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездой говорит. Здравствуй, здравствуй, сияешь, сияю. Который час? 12-й примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? А дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Тихо так спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нет. И это действительно так. Смотрите в телескоп и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на голубом валуне лунные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной, шар голубой, шар земной очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Спасибо.